Добрый вечер. Я еще раз хочу сказать, что вас очень рад здесь всех видеть. И хочу приступить к очень такой хорошей, доброй церемонии награждения наших спортсменов. Готовы все? Надеюсь, все спортсмены здесь. Хочу первыми позвать на сцену и наградить наших детей, участников Зарницы, и похлопать, и поддержать наших детишек. Детишки, Кошкин Сергей, Клюева Юля, Ильиченко Анастасия, Денисенко Денис, Утюрленов Руслан, Попова Елизавета, Захаров Степан, Бахметьева Анастасия, Васильев Виталий, Вознюк Мария, Широкова Александра, Долгов Елисей, Прудников Сергей, Захаров Сергей, Партиева Алия, Николотов Семен, Утлугутина Руфина. Так, детишки, выходите сюда. Всех вас поздравляем. Все молодцы, все старались. Все победили, все заняли первое место, призы. Браво! Все, призы внизу у вас там ждут. А, отдали все? Все. Приступаем к награждению спортсменов по индивидуальным видам спорта. Начнем, как обычно, люди мы военные, да, со стрельбы. За первое место в спортивных состязаниях по стрельбе из винтовки среди участников стоит самого бача награждается Шабалов Петр Васильевич. Прошу на сцену. Второе место по стрельбе. Асташев Павел Валерьевич. Медали забыли, золотые надеть. Все как положено. Медали тематические. Третье место, мой друг, я очень рад. Насыров Ренат. А бежит хоть Ахмед почему-то. Но по бегу не было у нас призов, хоть Ахмед. Ренату на работу срочно вызвали, уехал, попросил взять, получить.
Хочу пригласить на день рождения сейчас еще своего друга, который со мной был с первого фестиваля здесь. Это Некрасов Сергей. Второе место. Николаевич Сергей. Есть? Есть? Серебряный призер у нас есть по нардам или нет? Серега Николаев, где? Кто-нибудь скажите, что вы сказали. Ну тогда это предлагаю выйти опять на стену, хоть Ахмету Кутугульдину. За третье место он получает приз у нас и медаль. За все пути, да? В этом году мы ввели еще один вид спорта по многочисленным просьбам. К сожалению, что-то участвующих у нас мало было по гиревому спорту. И мне очень приятно тоже еще своего друга наградить. Кутузова Григория Анатольевича. Гриша. Во-первых, поздравляю вас с пятилетием. Всем спасибо. Слава спецназу ГРУ! Мы тоже все оттуда трое. Второе место по гиревому спорту. Мостовой Алексей Павлович. Прошу на сцену. Третье место. Цурпал Сергей. У нас кто? Алексей, да, по-моему, побежал, да? Отдал. Все, правильно, да? А кто подошел? Поздравили сейчас. Задержка.
Так, следующее состязание тоже первый раз мы в этом году. Надеюсь, что в следующем году будет больше желающих на турнике повисеть. Я думал, что, честно говоря, будет больше людей. Но оказалось, что человек 5 всего. Первое место в спортивных состязаниях по подтягиванию турнике по силовой гимнастике занял Удивленов Николай. Второе место на турнике. Наумов Геннадий. Третье место Ракеш Суслов Владимир. Он еще к тому же музыкант у нас, да, знаете вы, наверное, да? Жена бежит. Ракеш играет, наверное, там опять день зажигает. У вас титул и я. Переходим к командам вида спорта. По футболу приглашаю на сцену за представителей. Всю команду не будем называть, наверное, да? Председатель правления отделения боевого братства Лоскутова Олега Геннадьевича. За первое место команда «Теплый стан». Надо помочь, помочь надо, да. Помочь в том, чтобы подняться. Подняться за 3 дня, да, сложно. Ребята, 5-й год. Мы принимаем участие в этом состязании. 5-й год мы принимаем в этом участие в фестивале. И мы благодарим всех руководителей, всех тех, кто принимает в организации вот такой вот масштабного мероприятия. Спасибо вам. Скажу, как организатор в городе Новотроицке, боевое братство, Российский союз ветеранов Афганистана, национальная организация, мы объединяем все. 2-й год мы занимаем 1-е место по футболу, 2-й год мы занимаем, уже я знаю результаты, по волейболу. Наша организация действительно серьезно готовится к таким мероприятиям. И поэтому, братва, я вас поздравляю с тем, что вы заняли, вы достойно заняли, мы готовимся к этому. Я поздравляю всех, кто принял участие в таком масштабном мероприятии. Действительно, спасибо всем организаторам. Наиль, я вижу тебя. Спасибо. Благодарю тебя. Желание такое, чтобы продолжалось 5-летие, 7-летие, 10-летие, все остальное, это все состоялось. Наконец-то обрели. И я рад, что на нашей земле Оренбургской сегодня мы принимаем всех. Поздравляю всех. Братва. Сюда, примите, я не смогу это принять. Слава. Помощник. Всех с праздником! Второе место по футболу заняла команда «Бузулук». Прошу представителя, ну, наверное, да. О, хватит достаточно, Коль, достаточно. Ура!
Третье место по футболу заняла команда с интересным названием. Сейчас представитель Норвит объяснит нам. Мясной бомжевик. Видов спорта ввели еще поощрительные призы, чтобы максимум людей наградить. Четвертое место по футболу заняла команда «Братство». Прошу представителя выйти. Есть представитель команды «Братство»? Если не будет, сейчас мы эти призы поделим. Ага, бежит «Братство» у нас самое такое «Братство». Переходим еще к одной командной игре. Очень приятно, что много команд в этом году было. 7 команд было по волейболу у нас. Первое место заняла команда «Контингент» Самара. Это мы. Так, команда «Теплый стан». Олег, выйдешь? Второе место по волейболу. Кто, ребята, представители? Завалили призами «Теплый стан». Половина призов «Теплый стан» у нас пишут уходит сюда. Молодцы. И третье место. Команда «Хайратон». Представители, прошу нас. Толя Алексеев, очень рад видеть его. Четвертое место по волейболу команда «Бугуруслан». Прошу, представители. Я буду называть быстро людей, да? За поощрительными призами на сцену выбегаем. Спасибо и назад. Очень много таш людей. Так, по нардам хотим наградить поощрительными призами. Мостового Алексея, Галимова Родиона, Муратова Ильдуса, Тура Александра, Вилли Абдрахманова. Прошу выйти, участников. Спасибо.
Идут, да? По гиревому спорту вызываем на сцену Хвалева Василия, Ивкина Александра, Артемова Андрея, Николаева Владимира. А кто еще, ребята, кто? Не все. Силовая гимнастика. Цурпал Сергей. Прошу на сцену. И я тоже себя награждаю. Клюев Константин. Спасибо. Стрельба. По стрельбе мы решили много человек наградить. Муратова Ирина, Гриценко Виктор, Вандышев Юрий. Кого нет, представитель пускай выйдет человека. Ильдус Буратов, семья у нас стрелков. Слободской Павел. Кутлугульдин Динар. Хватив Александр. Ильященко Сергей. Самородный Дмитрий. Титов Алексей. На сцену хочу позвать еще наших детей, которые повзрослее, которые более подготовлены в этом плане. Первый год мы их вывезли на эту сцену. Это военно-патриотический клуб «Каскад Самара». Это дети, которые Зорницу проводили. В этом году мы еще решили призы, завалить решили призами всех. И хотим еще наградить тех людей, которые целыми днями стоят на спортивных площадках и судят игры. В хорошем смысле слова. Сейчас хочу предоставить слово Светлане Юрьевне нашей. Нашему самарскому спонсору. Здравствуйте, дорогие друзья, рады видеть вас всех в добром здравии, в веселом настроении. Но у нас подарки сегодня не только для судей, у нас сюрприз и для организаторов сегодняшнего фестиваля. Придавая большое значение тому делу, которое делаете вы, пропагандируете патриотическую песню среди подрастающего поколения, среди подростков и молодежи,
депутат Самарской губернской думы Ракитин Сергей Викторович награждает благодарственными письмами организаторов и помощников организатора сегодняшнего слета от Самары. Значит, благодарственное письмо Самарской губернской думы за активное участие в организации слета военно-патриотические песни «Салам Бача» вручается Шанину Андрею Александровичу. А где медаль? Да, Андрей тут еще и медаль заодно, да, чтобы несколько раз не бегал, а то он хромает, смотри, что у нас. И подарок тоже. Благодарственное письмо за активное участие в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи вручается Артемову Андрею Викторовичу. Благодарственное письмо за активное участие в организации слета военно-патриотической песни «Салам Бача» вручается Суслову Владимиру Владимировичу. Это Ракеш опять. Куда пришли? Так, где Суслов Владимир Владимирович? Нету? А жена где? Только сейчас приходил за призом. Ну все, передадим тогда, да. Благодарственное письмо за активное участие в организации слета военно-патриотической песни «Салам Бача» вручается Гришкину Михаилу Игоревичу. Где-то я, Михаил Игоревич. Вот он идет. Слава воздушно-десантным войскам! Благодарственное письмо Самарской губернской думы вручается Никишкиной Олесе Сергеевне за активное участие в организации слета. Самая молодая. Благодарственное письмо вручается Заварешину Олегу Владимировичу за активное участие в организации слета «Салам Бача». Олег Владимирович, где он? Передадим тогда, да. Ну и благодарственное письмо вручается, наверное, самому активному участнику, самому активному организатору этого слета, Клюеву Константину Вячеславовичу. Мы приготовили также подарки для судей, потому что без них вообще никогда ничего не состоится. Поэтому я приглашаю судью по стрельбе Харисову Галину и Сидорова Владимира. Фатхудинов Нурхан. Где он у нас? Бежит? Ну вот, нарды — неподвижный вид спорта. Побегает за наградами. Судья по гирям Ильдус Муратов. Это
сейчас у нас будет. Сейчас. Спасибо. Так, судья по турникам Якушев Эдуард. Подтягивается, наверное, до сих пор еще. Нет, здесь уже. Так, судья по волейболу Анатолий Геннадьевич Шабаев. Приглашаются судьи по Зорнице Артемов Андрей и Хвалев Василий. Большое спасибо. Вроде награждение закончилось. Еще раз спасибо вам за ваши песни. Удачи и здоровья. И до следующего года. Я извиняюсь очень сильно. У нас еще есть дарт, забыли, блин. Я чувствую, что забыл. Косячу. Первое место по дарту занял Агеев Николай. Коля на сцену прошел. Второе место, смотрю, знакомые фамилии и имя. Это человек, который шел с автопробегом, я в Самаре его встретил, это была вторая машина, которая пришла. Насыбулин Нафис. Третье место. Насыров Ренат. Ну, он уехал, я так понял, да? Хоть Ахмед опять. О, зачастил. Теперь, по-моему, все. Нет, больше пузов никаких? Нет, ничего? Большое спасибо всем. Ренат Насыров.